Хобана! Ну что, друзья мои, всем привет! Не верили, да, что Realme может? Может сделать красивый телефон за недорого? Но они сделали. Вы что, не верили в Realme? Они могут это сделать. Китайцы уже давно сделали классные, качественные, недорогие телефоны, которым можно покупать, которым можно доверять. Короче, телефон, который называется Realme C35, это новейшая модель от компании Realme. Красивый телефон, я его заказал в зеленом цвете, сейчас вы посмотрите, просто обалдеете, насколько он красивый и насколько он смотрится дороже своей цены. Но самое главное, что он дешевый, доступный, народный. Цена, внимание, 10 500, 10 500 за версию 4.64, именно вот такой вот телефон я и заказал. 10500, цена упала сейчас. Я его брал дороже он был, но цена меняется каждый день. На момент, когда вы смотрите это видео, цена уже может измениться. Я вам ссылку оставлю, можете проверить. Также есть телефон в черном цвете. А есть еще вариант э, 128 гигабайт. Он стоит на 1000 дороже. Он уже стоит 11400. Ну, согласитесь, это вообще копейки по сравнению с тем, сколько стоят новые современные телефоны. Это телефон доступный, и при этом он красивый и с хорошими характеристиками. Открываю коробочку, коробчонку вот такая коробчонка идет с ним, желтая, фирменная. C35, hey, welcome to realme family, окей, okay. сам телефон, давайте его достанем. Посмотрим, что идет еще в комплекте. В комплекте с телефоном поставляется зарядный блок белого цвета на 18 ватт, скорее всего, зарядка. Быстрая, да, 18 ватт, made in China, быстрая зарядка, хорошая, качественный блок. Уже с нашими этими вилками. Розетка для наших розеток. Это у нас кабель USB Type-C. Не старый микро-USB, а новый Type-C разъем. Новый Type-C кабель. Это хорошо. К сожалению, нету. В комплекте чехла идет только, идут только две книжечки, но чехла нету. Чехол вам придется купить самому самостоятельно. Доплатить маленько. Но ничего страшного. Телефон и так дешевый, можно на чехол еще потратиться. Тем более, я не думаю, что чехлы будут к этому телефону дорого стоить. Итак, начинаем переходить к самому телефону. Сам телефон упакован в вот такой пакетик. Давайте его откроем. Открываем. И что мы здесь видим? Realme C35. Процессор восьмиядерный. Unisoc T616. 50 мегапикселей. Тройная камера. 16,7 сантиметров. Диагональ экрана. 6,6 дюймов. Android поддержка Android 5000 аккумулятор 18 ватт быстрая зарядка ну что ж убираем эту пленочку и на ней под ней наклеена еще одна защитная пленка на экране. Это обезопасивает ваш экран от царапин, от сколов. То есть я ее не советую убирать, пускай она будет. Можно, конечно, переклеить и поклеить сюда стекло какое-нибудь, оно будет надежнее, но на первое время пленка подойдет. Итак, чем мне нравится этот телефон? Итак, смотрите: здесь плоские рамки, как у 13-12 айфона. Это телефон 2022 -го года, и, соответственно, он использует тренды 2022 -го года справа здесь есть кнопка с небольшим таким углублением это типа кнопка включения и в ней же встроен сканер отпечатка ну и самая красивая часть у этого телефона это конечно задняя крышка она такая глянцевая зеленая очень красиво смотрится вживую не знаю видео передает это или нет но телефон однозначно выглядит реально вот как современный какой-то iphone очень круто очень дорого очень солидно ну не солидно что ли молодежно так свежо в тренде да а это выделяет его вот этот цвет, вот эти вот формы от остальных унылых, серых, скучных телефонов. И все по-любому спросят, что это за телефон у тебя такой, если увидят. Мне нравится. При этом телефон бюджетка, обычная бюджетка за 10-12 тысяч. И за этот бюджет раньше телефоны не выделялись каким-то крутым дизайном. Просто не было на это бюджета, что ли. Все делали какие-то простые шаблоны. А сейчас посмотрите, что начали делать китайцы. Три камеры, 50 мегапикселей. Все это выглядит тоже так, внушает доверие. Смотрите, какие большие глазки, как будто здесь это фотофлагман. Вспышка какая огромная. Вверху верхний торец пустой, справа кнопка включения, внизу разъем для наушников для зарядки, динамик, микрофон. И с левой стороны кнопки, включе... э, кнопки регулировки громкости. Две отдельных увеличения, уменьшения громкости и сим-лоток. Вот. Сим-лоток как-то находится не по центру, что ли, а ближе сюда к экрану. Вот, в общем, мне нравится телефон, вообще реально такой прикольный, и у него вот этот торец нижний, плоский, и поэтому его можно вот так даже на торец поставить, и телефон будет на столе сам стоять. Камеры выступают, но не намного. Итак, включаю мобилку. А, кстати, он довольно большой, 6,6 дюймов, то есть это не маленький телефон, ну, к нему, наверное, придется привыкать, если у вас до этого были телефоны меньшего размера. Но в руке он лежит, можно сказать, так неплохо. Конечно, немножко врезаются вот эти прямые углы в руку, но к этому привыкаешь и в целом, в целом нормально. Но я бы все-таки купил сюда какой-нибудь еще чехол силиконовый, потому что как-то на первое время даже непривычно вот эти углы реально прямые. Как-то так они нетипично лежит он в руке. Ну ладно, зато удобно расположен сканер прямо под палец. И кнопки регулировки громкости тоже на, нормальном, на нормальной высоте находятся. Сим лоток еще давайте сейчас посмотрим. Зазырим, что тут у нас можно установить. А, скрепка находится вот в этом вот конвертике. Открываем его. Да открывайся же ты. Вот она. Я думаю, что здесь сим лоток будет 2 плюс 1, 2 сим карты плюс флешка. И это действительно так. Две сим-карты можно установить на формата и флешку microSD. Ну, вообще шикарно. Пока все отлично. Убираем обратно сим-лоток. И ждем, пока телефон загрузится. Сейчас мне нужно будет пройти первоначальную настройку. Пишут мне, добро пожаловать в Realme UI, начало работы. Видим, что здесь используется еще капля, не дырка в экране, а еще капля по центру. И, конечно, есть подбородочек. Но что мне здесь нравится? Несмотря на то, что это дешевый, бюджетный телефон, здесь уже Full HD экран не HD+, как у большинства бюджеток, а Full HD+. И поэтому экран очень четкий и реально приятный. За эти деньги это самый, наверное, лучший экран. Это IPS-экран. Да, это обычная IPS-матрица, но в то же время она яркая, она контрастная и просто глаза радуются, видя такой экран. Рамки нормальные, в пределах нормы, нижняя рамка тоже в пределах нормы. Бывает и похуже. То есть экран мне, меня радует. Это не это не бюджетно, не дешево выглядит и не противно. На него реально приятно смотреть, рассматривать какие-то фотографии, видео смотреть. Он очень насыщенный и очень четкий. Очень четкие шрифты, не видно пикселей. То есть вот за это плюс, что они сделали наконец-то в бюджетном сегменте экран, как уже в среднем уровне. Full HD+. Реально классный, четкий экран. В настройках экрана можно включить темную тему можно менять яркость вручную, либо включить автомат, он будет тогда сам за вас регулировать. Дальше можно включить ночную подсветку, это когда у вас экран будет становиться более желтым, чтобы глаза не портить, да, если долго сидите, что-то читаете перед сном, какую-нибудь книжку, может, читаете. Можно отрегулировать по температуре, сделать его более там розовым, более красным, как вам нравится, хозяин-барин. Дальше, что еще в экране можно поменять? Можно ну, автояркость, понятно. Можно поменять обои. Кстати, давайте посмотрим, какие здесь обои установлены. Есть живые обои, живые обои они с анимацией, то есть они двигаются. Но при этом они, конечно, расходуют больше аккумулятора, потому что им же нужно вот это воспроизводить, вот это движение. Поэтому они больше расходуют, чем статичные обои, но зато выглядят очень красиво, особенно на этом экране четком, как будто это прям дорогущее устройство, хотя стоит всего 10 тысяч. И есть статичные обои, которые не двигаются, обычные. Тоже довольно прикольная коллекция здесь. Яркие. Ну, в основном здесь все такое абстракция какая-то. Но есть и, например, что это? Это вода, что ли, какая-то? Вот горы есть. Ну, короче, ладно, с обоями все понятно. Обои есть. Обои можно поменять. Можно живые, можно обычные. Есть автоповорот экрана, когда у вас экран будет переворачиваться. Можно его отключить, чтобы он вас не бесил этим. Кто-то его отключает, да, кому-то это не нужно. Размер шрифта можно поменять на максимально большой. Тогда у вас шрифты будут прям огроменные. Можно поставить чуть поменьше, еще меньше, и самый маленький. Всего 4 уровня регулировки. Вот. Ну и можно масштаб поменять тоже, чтобы у вас все покрупнее отображалось на экране. Вот такие вот настройки экрана. Хранилище. Я пока еще ничего не установил. У меня версия 64 гигабайта, занято 15 из коробки, где-то вам будет доступно около 40 гигабайт. Да, около 40 гигабайт вам будет доступно. Плюс не забываем про флешку. Флешку тоже можно вставить, тем самым расширив память. По системе здесь установлен Android 11 и Android Air Edition, то есть специальная версия для Realme. Ну, это, можно сказать, такая Realme UI для э, телефонов недорогих. Называется Air Edition. 8 ядер, 8-ядерный процессор, 64 гигабайта внутренней памяти, 4 гигабайта памяти оперативной. Тоже неплохо, этого объема сейчас хватает, и это гораздо лучше, чем, например, 3.32 или 2.32, как недавно шло еще в бюджетных телефонах. 4.64, этого объема может хватить даже без флешки. Многие люди до сих пор сидят на телефонах с 16 гигами, с 32, а здесь 64. То есть я считаю это хороший тоже такой апдейт. По сканеру. Сканер работает быстро, не нужно даже его нажимать, кнопку, нужно просто слегка коснуться, вот просто раз, Коснулся этой области и телефон разблокируется. Я уже заблок... свой сканер внес в систему. Можно 5 отпечатков внести. То есть, смотрите, я на эту руку сканер настроил. И на эту тоже. Вот беру его в левую руку. Вот этот указательный палец я тоже настроил. И он тоже у меня разблокируется. Еще я настроил. Вот смотрите, сейчас, например, палец, который не зарегистрирован. Пытаюсь приложить, он меня не пускает. А сейчас я попробую разблокировать с помощью лица. Нажимаю кнопку, смотрю на экран. И он также... Разблокируется. Вот сейчас я нажму кнопку, не смотрю в экран. Видите? А сейчас посмотрю. Раз, и все. Он меня узнает, пускает в систему. То есть все системы разблокировки здесь работают. Еще один момент, который был спорный. Многие там думали, спрашивали, никому не было понятно, есть ли у этого телефона модуль NFC и сможем ли мы пользоваться бесконтактной оплатой в нашей стране. Настроить там, например, Мир Pay, еще какие-то Pay. Можно или нельзя? Давайте сейчас это проверим и узнаем, есть ли NFC или нет. Кстати, смотрите, отвлекусь ненадолго. Только я подключился как бы к Wi-Fi, у меня сразу прилетела новая прошивка, этот телефон будет долго обновляться, производитель не кидает, производитель долго обновляет свои устройства. Вот. И установить нужно будет сейчас новую прошивку. Окей, ну а теперь давайте посмотрим на NFC. Собственно говоря, момент истины. Проверяем наличие NFC. Есть, ребята, NFC поддерживается у этого телефона. Работает ли Google Pay? Да, Google Pay работает. И давайте найдем сам значок NFC. Обычно он скрывается именно вот в этой шторке. Смотрите, на первом экране его нет. Вам может показаться, что его здесь вообще нет. Но он прячется, он прячется. Знаете где? Сейчас вам покажу. Нажимаем вот этот карандашик. Листаем вниз. Так, можно вывести GPS. Так, смотрите, а здесь я не вижу значка NFC. А, где же он еще может спрятаться, а? Слушайте, а что же они его сюда не вынесли? А давайте через настройки попробуем. Это не проблема. Заходим в настройки и через поиск ищем NFC. Окей? И не можем найти его. Вот это траблы! Вот это траблы! Я понимаю, так траблы. А, вот, все, нашли его с 10 раза. NFC нажимаем. Все, вот он, NFC работает. Все, действительно, NFC здесь есть. Вот, вот что я хотел узнать. Но почему не вынесли значок, чтобы можно было его удобно включить, выключить? В принципе, его не обязательно все время выключать. Пускай он у вас все время будет включен, да, а вы просто, когда будете подходить к терминалу в магазине, там на кассе оплачивать, просто припо... подносите телефон, разблокированный к этому терминалу и оплачиваете. То есть, в принципе, шинкать вот так туда-сюда этот NFC, включать, выключать и не стоит. Но я бы все равно значок вынес сюда. Но почему-то здесь этого нету. Итак, посмотрим мультитач тест, сколько касаний телефон может распознавать одновременно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все десять пальцев, все пальцы двух рук он может распознавать одновременно, если вы будете их нажимать на экран. Это отлично, это отлично для игрушек, для каких-то там для тача отличного, да, для мультитача, когда вы какую-то фоточку раздвигаете, все шикарно. Тач работает классно, чувствительный, не тормозит, палец скользит по экрану хорошо. Итак, следующее, давайте посмотрим на э, железо. Здесь установлен процессор Unisoc T616, это можно сказать такой новинка, Два мощных ядра у него Cortex-A75, 6 энергоэффективных A55, то есть два ядра для серьезных задач, типа игр, каких-нибудь тяжелых приложений. Шесть ядер более простые, энергоэффективные, для базовых приложений обычных, там, галереи что-то полистать, калькулятор, будильник, ну, какие-то такие примитивные задачи. 64-битный, понятное дело, частота максимальная около 2 МГц. Дальше видео ядро здесь от Mali G57, разрешение 2408 на 1080 IPS, плотность пикселей 400 пикселей на дюйм. Это даже выше, чем у 11 айфона и чем у iPhone XR, там 326. Здесь 400, при этом вспомните, сколько стоит iPhone 11 XR и сколько стоит этот телефон. То есть экран, вот самое главное, здесь самое крутое, это экран 6,6 дюймов, Full HD+, IPS, высокая яркость, высокая насыщенность. Вот это реально очень-очень отличает этот телефон от всех остальных бюджеток. Экран здесь просто загляденье. Просто налюбоваться, вот так вот налюбоваться не могу. Вот прям вот смотрел бы на него и смотрел бы. А если его еще развернуть... Ой, сейчас я вам покажу. Вот, ребята, если его еще развернуть, да, вот так вот растянуть видео на YouTube на весь экран и просто наслаждаться видосами. Просто для потребления видосов этот телефон заточен. Для потребления тиктоков, да, видосиков с YouTube. Ну просто чудо. Углы обзора хорошие, экран большой, крупный, все можно разглядеть. Как маленький такой планшетик. А потом так переворачиваешь, смотришь, ой, да у меня какая крышка задняя красивая, шикарная, зеленая, мятная. Кстати, смотрите, по умолчанию здесь кнопка «Назад» находится с левой стороны. Я привык, что кнопка «Назад» находится с правой стороны. Как это исправить? Заходим в «Настройки система». Здесь будет панель навигации. И здесь, вот видите, изображение. Какую вот эту панель нижнюю мы хотим видеть? Я хочу видеть вот такую панельку. Раз, ставлю галочку, и кнопки поменялись местами. Вот теперь мне нравится. Вот теперь я доволен. Теперь у меня многозадачность слева. Кнопка «Домой» по центру и кнопка «Назад» справа. Телефон у меня обновился на новую прошивку, и теперь я хочу произвести тесты производительности, посмотреть, на что он способен. Но перед этим, конечно, я хочу проверить, есть ли здесь режим повышенного, повышенной производительности. Заходим в настройки батареи. Кстати, чтобы выставить уровень заряда батареи по процентам, вот здесь, чтобы отображалось, нужно включить вот эту настройку, уровень заряда батареи, и тогда у вас рядом появятся проценты. На мой взгляд, это очень полезно, очень как бы наглядно, Поэтому я всегда эту функцию включаю на своих телефонах. Дальше. Оптимизация. Так, листаем вниз. И похоже, похоже, здесь нету специального режима повышенной производительности. Есть режим экономии наоборот. А вот режима высокой производительности здесь я не наблюдаю. Ну ладно, тогда протестируем в обычном режиме, в авторежиме, так скажем, в стандартном. Заходим в Antutu, Первым бенчмарком будет самый главный, на мой взгляд, бенчмарк. Это Antutu бенчмарк. Больше 200 тысяч он, наверное, должен набрать сегодня у нас. Потому что процессор имеет такую неплохую производительность. Хоть он и не такой раскрученный, хоть это и Unisoc. Но все равно Realme тоже не будет какую-то фигню сюда вставлять. Поэтому я думаю, что больше 200к он нам покажет сегодня. Так, ребят, чутка не дотянул он до 200, но это потому, что, видимо, я послед... не, ста... не самую новую версию использовал, 8.5.2. Нагрев всего до 35 градусов, что очень хорошо, мало греется телефон. Так, давайте я сделаю скриншот на память. А теперь я хочу еще протестировать его в Geekbench. Geekbench, а потом еще и тротлинг. Посмотрим, как он тротлингу сопротивляется. Итак, вот такие результаты, 200... 94 балла в одноядерном режиме и 1300 в многоядерном. Ну а теперь давайте еще один бенчмарк проведем перед э, тротлингом. Это скорость внутренней памяти. Здесь, кстати, память уже не EMMC 5.1 самая слабая, а уже установлена стан быстрая память стандарта UFS. UFS 2.2, ребята, 2.2 всего за 10 тысяч рублей. Ну это вообще шикарно. Пока у меня телефон проходит тест, хочу сказать, что вот эта вот задняя крышка может показаться, что она сделана из стекла. На самом деле нет, это такой глянцевый как бы пластик, который имитирует стекло. На самом деле это пластик. И вот эта рамка боковая тоже сделана из пластика, просто из матового. Это матовый пластик, а это глянцевый, блестящий пластик. Так, ну и вот, тесты действительно подтверждают, что здесь быстрая память. 530 мегабайт в секунду на чтение и 104. Но вот на запись немножко как бы мало, 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 мало для UFS 2.2. 104 мегабайт в секунду всего лишь маловато. Ну что ж, а теперь тротлинг тест. Все, готовы, готовы. 15 минут, посмотрим, тротлит или не тротлит. Стартуем. Поехали. Ну а тротлинга не замечено. Посмотрите, он все 15 минут просто проработал на максимальной производительности. Мне нравится, когда у телефона нет никакого тротлинга и что он не сбрасывает частоту. Вот сколько есть производительность, столько она и будет. И не будет хуже, не будет лучше. Вот все по-честному, все по-чесноку. PUBG Mobile, игрушечка PUBG. Давайте попробуем ее запустить. Я уже скачал HD-графику. И надеюсь, что идти игра будет хорошо на этом телефоне, достойно. Сейчас подожду загрузки. Момент настал. Игра запустилась. И что я здесь вижу? Идет оно такое чувство, что где-то FPS 28-29. Но графика красивая. Текстуры хорошие, четкие, не мыло. Трава даже прорисовывается, отображается на земле. Небо, смотрите, все в облаках, черепица какая на крыше. Каждый кирпичик видно. То есть графика как у флагманов, так сказать. Графика крутая. Так, ну а что? Кто тут смелый-то такой, а? А ну вылазий! Попрятались все от меня. Все, у меня последние 35 патронов. Вылазите, не боитесь. Все окна вам прошибаю. Все, у меня 10 патронов осталось, чуваки. Два патрона осталось. Два. Ну кто тут? На меня. Все боятся. Короче. Ладно. Все. Не осталось патронов. Короче, игра идет. Еще одна особенность этого телефона. Вы знаете, наверное, слышали такое наверняка, что сейчас делают защитные стекла Corning Gorilla Glass. Там разные поколения есть, ставят, как правило, в телефоны среднего уровня и во флагманские. Это американская компания, да, Corning. Здесь же стоит стекло китайской компании. Они сделали аналог такой китайский, более доступный для дешевых телефонов. Panda Glass. Называется Panda Glass. И здесь установлено именно вот такое вот защитное стекло. Ну, как бы само вот это стекло под пленкой, это Panda Glass первого поколения. Надеюсь, что Panda Glass стекла будут развиваться так же, как и Corning Gorilla Glass, и будут достойным им конкурентом. И будут каждый год обновлять новое-новое, все более прочное-прочное новое стекло, которое не царапается, не бьется, и в итоге мы получим все дешевые, классные, прочные экраны. Ну что, теперь поговорим о камерах. Основная камера здесь на 50 мегапикселей. Вторая камера здесь 2-мегапиксельная макрокамера. И третья камера 0.3 мегапикселя. Камера для э, портретов, для эффекта боке. Ну, она здесь, можно сказать, затычка 0.3 мегапикселя, конечно. Основная камера здесь 50 мегапикселей. Все будут фотовать на нее в основном. А вот эти две камеры, они по сути здесь, ну, в роли догоняющих или как дополнение такое приятное. И 8 мегапикселей камера фронтальная. Вот такой вот набор. То есть имеем 4 камеры, но из них вы реально будете пользоваться, скорее всего, только двумя. Обычный, задний и фронтальный. Итак, вот так выглядит приложение камеры. Здесь мы можем переключиться на запись видео. Видео телефон снимает в формате Full HD 30 кадров, HD 30 кадров и вообще 480p тоже 30 кадров в секунду. 60 кадров в секунду нету. Запись с фронтальной камеры осуществляется в формате HD. SD, то есть это 480p, и какой-то цифр. ну это вообще, наверное, самое-самое, да, еще соотношение 4 к 3, короче, привет из начала 2000-х. Фронталка даже Full HD не умеет записывать. Так, переключаемся дальше, смотрим, есть портретная съемка, в режиме еще есть серийная съемка, фильтр, 50 мегапикселей, ночной режим, макро режим и панорамы. Итак, макро здесь действительно рабочий, 2 мегапикселя, Модуль. Такое вот качество. Ну, простое. Качество, конечно, простое. А задняя камера 50 мегапикселей. Должно быть качество хорошее. Включаю 50 мегапикселей. И давайте проверим, как он фотографирует в этом режиме. Нужно немножко подержать телефон, потому что он делает фотографию где-то секунды две. Итак, вот что у нас получается. Фотография получается очень светлой. Мне нравится она по цветам. И по детализации неплохая. Нет шумов, нет какой-то пикселизации. Картинка ровная, мягкая. Да, вообще, вообще, кстати, камера для этого сегмента, для 50 мегапикселей, неплохая. Детализация, конечно, не самая лучшая здесь вот. Но вот так в целом снимок выглядит отлично. Очень яркий, очень светлый. Так, давайте сфотографирую еще что-нибудь на улице. Так, вот здесь могу сказать, выделить не сильно широкий динамический диапазон. Небо немножко засветило. Он белое просто небо. А нижняя часть снимка получилась темноватая. Вот, ну видно, что камера тоже такая не самая продвинутая, но в целом, если приглядываться, посмотрите, подгружается на ходу. 50 мегапикселей телефон за 10 тысяч рублей дает нам такое качество. Каждый кирпичик видно на доме, который находится далеко. То есть по детализации все более-менее сносно. Смотрите. Да он вообще шикарен по детализации. Смотрите. Вообще отлично, слушайте. Для телефона бюджетного. Неплохо. Но вот эту область я бы сделал, конечно, посветлее. Ну-ка, сейчас попробую в HDR. Выключу режим 50 мегапикселей, включу HDR. Может немножко получше будет с небом. А то, видите, небо засвеченное, ни облаков, ничего не видно. Просто белое. Так, я включаю HDR принудительно сейчас. Вот, все. HDR он. Сейчас попробую. Итак, да, с HDR стало чуть получше. Посмотрите, небо уже синее, а не белое. Вот, это без HDR белое небо, просто засвеченное. Вот с HDR. С HDR, конечно, фотография выглядит получше. Да, получше. И здесь как будто чуть посветлее стало внизу. Короче, HDR врубайте, и будет вам счастье. Фотка будет выходить лучше, качество. Здесь вот и зелень на заднем фоне тоже засвеченная немножко. Здесь с HDR все гораздо чуть. О! Так, переключение. С HDR получше все видать. Да. Здесь вот даже провода видны, вот эти, которые идут, да, видно. Так, а без HDR. А, а без HDR, -а вот они просто слились тупо в белый фон. Вот здесь видно, как провод выходит и обрывается. Без HDR -а небо не очень. Короче, вот как-то так. Ладно, окей, теперь давайте сделаем фото с фронтальной камеры. 8 мегапикселей. Выключим режимы украшения лица. Здесь HDR уже не нужен в комнате. Ну, фотка выходит, знаете, слишком какая-то морда у меня красная получилась. Красная, как после бани. Вот, немножко краснит он, что ли, кожу. Делает ее более красноватой. Оттенок такой интересный. Ну, а так по качеству, по детализации норма. Средненько, средненько. Ширика здесь нет. Так, максимальный зум смотрим, сколько. Зум цифровой стаба нет. зум 4x. Ну, камера по возможностям простовата, конечно. Но многим людям этого будет достаточно. То есть, самое необходимое здесь есть. По звучанию. Здесь установлен один динамик. Внизу находится. Давайте поставлю максимальную громкость. Увеличиваем, увеличиваем, увеличиваем. Хоба! И чуть перемотаем. Вполне неплохо, кстати, звучит для такого телефона. Чистый звук, громкий, вполне приятно слушать музыку с него. А, еще, наушники-то можно подключить? Да, конечно, можно, потому что есть стандартный разъем 3,5 мм. То есть, если у вас остались проводные наушники, подключайте, слушайте и все, и не паритесь. Не надо думать, заряжены, не заряжены наушники. Можно купить их всегда дешево, буквально там за 500-600 рублей. Уже хорошего качества наушники продаются проводные. Так что это тоже плюс, что есть поддержка проводных наушников. Ну и по аккумулятору. Аккумулятор здесь, как и у большинства современных телефонов, несъемный. Аккумулятор ровно на 5000 мА. И они это заявляют как преимущество, потому что это действительно много. И этого будет хватать на полтора-два дня обычного среднестатистического использования. Есть режим энергосбережения. В таком режиме телефон у вас еще дольше проживет. То есть... Все зависит от того, как вы будете пользоваться телефоном. этот телефон не поддерживает сети пятого поколения, только 3G, 4G. Ну, естественно, что еще? Bluetooth, Wi-Fi, все здесь есть, NFC есть. Ну и как бы самое нужное здесь есть, две сим-карты. Так что вот такой вот телефон, чем он мне понравился? Во-первых, своим внешним видом. Он выглядит круче всех телефонов за эти деньги. Ну, реально, внешний вид у него бомбовый, как у айфонов. У меня, кстати, есть тут рядом iPhone 11 в таком же цвете, похожем. Вот, посмотрите. И мне кажется, что Реал Мишечка даже как-то поинтереснее, посовременнее, что ли, выглядит. Хотя, понятное дело, что здесь и камеры попроще, и процессор попроще. Но по внешке, по внешке он выглядит очень солидно, очень дорого. Можно рекомендовать к покупке такой телефон людям, которые не часто там куда-то фотографируют, выкладывают видео, снятые на телефон. Обычный, хороший, рабочая лошадка. За свои деньги топ. Никаких серьезных минусов. Могу советовать. То есть за эти деньги он отбивает каждую копейку, реально. Ничего плохого, все качественно собрано, качественно работает, не скрипит, не люфтит, не гонит. Телефон обновляется, выглядит нормально. Еще бы к нему докупить чехольчик и наушнички, ну и стекло можно клеить, еще вложить в него там тысячу, полторы, ну полторы-две даже, да. И все, и тогда будет у вас полный комплект. Можно еще и флешку докупить, поставить флешку и все. И пользоваться, пока он у вас просто тупо не сломается. А сломается, я думаю, он не скоро. Потому что здесь ну, особо нечему ломаться. Здесь все просто, надежно. И как бы и ремонт, я думаю, не такой будет дорогой. Все-таки IPS-экран в замене не так дорого будет стоить. Так что, ну вот такой вот телефон могу советовать. Ссылку оставлю в описании. Это был RealMe C35. Неплохой бюджетничек, конечно, не ждите от него ничего сверхъестественного, что он вам даст какие-то супер эмоции. Нет, это обычный дешевый телефон там за 10-12 тысяч, и за эти деньги он неплохо себя проявляет. Всем удачи и всем пока, чао!